Первое путешествие с целью высадки на Луну, совершенное человеком, заняло 3 дня, 3 часа и 49 минут. Астронавтам Аполлона-11 пришлось преодолеть около 386 тысяч километров, чтобы добраться туда. Они планировали приземлиться в месте под названием «Море спокойствия», поскольку там была хорошая видимость, а поверхность довольно ровной. И это до последних мгновений полета, когда были обнаружены большие кратеры, которые нужно было обойти. В итоге астронавты посадили модуль, когда топлива оставалось всего на 30 секунд. Ух ты, вот это да! А как бы вы хотели приземлиться на своем реактивном лайнере, когда топлива осталось так мало? Интересный опыт. Позже, в тот же день, 20 июля 1969-го, Нил Армстронг вступил на лунную землю, сказав: «Один маленький шаг для человека, один гигантский скачок для человечества». Астронавты планировали поспать перед первой лунной прогулкой, но они решили выйти раньше запланированного времени. Они явно не могли уснуть. А вы смогли бы? Со времени того первого посещения Луна собрала довольно большую коллекцию памятных вещей с Земли. Давайте посмотрим на некоторые из важных и странных предметов, которые люди оставили на Луне. Для начала возьмем отпечатки ног. Технически они не являются вещами, но следы, оставленные Нилом Армстронгом и Базом Олдрином, показывают, что люди были там на случай, если кто-то или что-то пролетит мимо. Поскольку на Луне нет ни ветра, ни дождя, следы должны остаться относительно нетронутыми. НАСА приложило много усилий, чтобы эти следы и место первоначальной высадки на Луну были сохранены. Для будущих миссий были установлены определенные правила, гарантирующие, что они не изменят первоначальное место, ведь это важная часть истории. Это как национальный парк, в который нельзя попасть. Астронавт Чарльз Дьюк хотел оставить на поверхности Луны фотографию своей семьи. Если это не делает его лучшим отцом на свете, то я не знаю, что могло бы сделать. Он ведь взял свою семью на Луну. На обратной стороне фотографии он написал, что прилетел с Земли. Он также добавил дату высадки на Луну – 20 апреля 1972 года. Вполне вероятно, что сегодня его семья уже не видна на фотографии. Из-за воздействия солнечного излучения цвета на фотографии, скорее всего, поблекли. До сих пор Чарльз Дьюк остается самым молодым человеком, посетившим нашу Луну. На момент полета ему было 36 лет. На поверхности Луны много флагов, но их постигла та же участь, что и фото Дьюка. Скорее всего, они обесцветились. Во время каждой лунной посадки устанавливался флаг. Это традиция, начатая Аполлоном-11. Она продолжалась на всех последующих полетах серии «Аполлон». Флаги были сделаны с использованием металлических шестов. Их растягивали так, чтобы они были видны на Луне. Но поскольку там нет ветра, они никогда не двигаются. В 1600-х годах астроном Галилео Галилей сбросил 2 предмета разного веса с Пизанской башни, чтобы показать, что скорость падения будет одинаковой. В 1971 году астронавт Дэвид Скотт повторил эксперимент на Луне, чтобы доказать теорию Галилея. Он одновременно бросил перо и молоток, и, как и было предсказано, они одновременно упали на поверхность Луны. Забавный факт. Перо было взято у Сокола, талисмана Академии ВВС по кличке Баффин, разумеется, с его разрешения. Оба этих предмета были оставлены на лунной поверхности. А как насчет произведений искусства? Некоторые из них мы тоже оставили на Луне. Скульптура «Павший астронавт» была сделана бельгийским художником и оставлена астронавтами миссии «Аполлон-15». Это небольшая статуя, созданная по личной просьбе Дэвида Скотта, руководителя миссии. По его словам, статуя должна увековечить память астронавтов и космонавтов, отдавших свои жизни за освоение космоса. Астронавт Алан Шепард даже играл в гольф на Луне во время полета на Аполлоне-14. Он принес головку клюшки для гольфа, предварительно получив разрешение, и прикрепил ее к инструменту. Затем он попытался ударить по мячу для гольфа. В громоздком скафандре сделать это было довольно сложно. Со вторым ударом он справился лучше. Можно с уверенностью сказать, что оба мяча все еще должны быть там, на Луне. Вперед! Также на Луне находится послание от королевы Елизаветы II. Оно сопровождало Нила и База во время полета Аполлона-11. Послание было написано на крошечном диске размером с монету, а также содержало письма от более чем 70 других лидеров со всего мира. Да, наверняка напечатанные слова были очень маленькими. В
послании говорилось, что королева гордится астронавтами и их достижениями и надеется, что их путешествие принесет пользу всему миру. Затем диск был помещен на то место, где Армстронг и его команда впервые высадились на Луну. После возвращения они встретились с королевой в Букингемском дворце. Их встреча была незабываемой. Нил Армстронг почти совсем не мог говорить с королевой, потому что был простужен. Другой астронавт по имени Майк Коллинз так нервничал, что чуть не упал с лестниц. Некоторые объекты, существующие сегодня на Луне, были оставлены там не специально. Один из самых интересных моментов миссии Аполлон-11 произошел, когда Нил и Базз готовились к возвращению на Землю. Им пришлось выбросить все ненужное, чтобы не отягощать себя при старте. Им также нужно было сохранить все образцы пород, которые они собрали с лунной поверхности. Это создало зону выброса, которую однажды могли бы изучить археологи. Подобные отходы служат временной шкалой истории Земли, но они также могут помочь нам понять, что происходит с предметами, которые проводят много времени на поверхности Луны. Большинство астронавтов стали довольно сентиментальными, прогуливаясь по Луне, и их нельзя винить. Они находились за тысячи километров от своих семей. Вот почему в 1972 году астронавт НАСА Юджин Сернан написал инициалы своей дочери в пыли на Луне и произнес речь перед отлетом. Он сказал: «Мы уходим такими же, какими пришли, и, надеюсь, вернемся с миром и надеждой для всех». К сожалению, это был конец лунных миссий «Аполлон». Технически инициалы дочери Сернана все еще должны быть на поверхности Луны, как и следы всех астронавтов. Вы вообще можете поверить, что прошло уже более 50 лет с тех пор, как люди начали исследовать Луну? И исследования продолжаются. НАСА готовит новую миссию — Артемиду. И ее цель — построить там поселение. Таким образом, Луну можно будет изучать в безопасных условиях в течение более длительного времени. Для начала НАСА запустила космический корабль «Орион» без экипажа на борту на орбиту Луны и обратно на Землю. Это был пробный запуск. Прежде чем НАСА снова отправит людей на Луну, используя новейшие технологии, необходимо соблюсти все меры безопасности. Но в один прекрасный день «Орион» снова доставит астронавтов на Луну. Этот космический корабль оснащен системой отмены запуска, которая обеспечит безопасность астронавтов в случае, если что-то пойдет не так. В нем также имеется специальный служебный модуль в виде аккумулятора, обеспечивающего «Орион» топливом в космосе. Он также снабжает астронавтов водой, кислородом, энергией и соблюдает необходимый температурный режим. Артемида также рассчитывает построить на Луне человеческое поселение где-то в 2030-х годах. Однако найти там уютное местечко не так просто, как кажется. К счастью, специалисты НАСА предложили гениальную идею. Они обнаружили на поверхности Луны несколько лавовых трубок, внутри которых поддерживается довольно стабильная температура. Основной проблемой при первой высадке на Луну в 69 году были резкие перепады температуры. Так что эти туннели могут стать идеальным решением. Температура в них не только подходит для человека, но и может помочь защитить астронавтов от космических лучей, солнечной радиации и метеоритов. И хорошо, что подобные сооружения есть и на Земле. Прежде чем вернуться в космос, мы можем изучить их, чтобы лучше понять те, что находятся на Луне. На Земле эти отверстия образуются после того, как верхняя часть потока лавы застывает, а расплавленная порода внутри стекает, образуя трубку.